Привет. Привет. Что это у тебя за удивительная машина? Мне показалось, что ты на ней только что перепрыгнул гигантский овраг. Это тебе не показалось. Эту тачку я сделал сам. Она самая быстрая и проходимая в мире. Слушай, мне как раз нужен водитель с машиной. Будешь работать на меня? Хорошо, договорились. Я скороход. А я знаменитый путешественник Борис Мюнхгаузен. Ты случайно не... Да, я его родственник. Что-то кушать захотелось. Уже в животе урчит. О, там на обочине сидит какой-то человек. Давай спросим, где ближайшая закусочная? Молодой человек, не подскажете, где тут ближайшая закусочная? Да-да, конечно. Езжайте прямо. Через 300 метров поверните направо. Потом еще раз направо. Через 140 метров поверните налево, а дальше все время прямо. Через 8 метров вы увидите столовую «Школьник». Только не заказывайте там суп из грибов. Туда только что случайно повар закинул ложных опят. Как ты узнал это? О! Я много чего вижу. Смотрите, я напрямую подключаюсь к военному спутнику и наблюдаю за всем. Круто! Мне пригодится такой человек. Хочешь с нами путешествовать? Питание за мой счет. Конечно, я как раз проголодался. All right. Оружие. Наверное, это он стрелял. Держи, хватай его. Не убей. Пушку отбирайте. Сейчас мы ему покажем. Ты кто такой? Ты вообще понимаешь, что мог нас убить? А зачем же ты стрелял? Постой. Он не хотел нас убить. Он сбил муху с нашего правого заднего колеса. Да, оно вращалось с линейной скоростью 20 метров в секунду. Под углом 30 градусов к горизонту по особой траектории к трассе рикошетил через камень, который находился возле трассы. Ты поражаешь меня все больше и больше. Да, это поистине прекрасный выстрел. Спасибо. Без сомнений, это он, великий стрелок в мире со своей уникальной винтовкой. Да я и сам мог представиться. Слушай, я собираю команду для одного дела, и такой, как ты, мне очень нужен. Не хочешь присоединиться? Я хорошо плачу. Я люблю деньги. Everybody's got to lose control. Everybody wants to rock and roll. Everybody loves the disco sound. Быстрей, подъезжай к той толпе. Похоже, там какая-то драка. Уважаемый, что здесь происходит? Мы сносим старое здание, а этот человек только что нарочно сломал эту стенобитную машину. Ага. Какая невероятная сила! Нам пригодится этот человек, стрелок. Да. Нужно разогнать эту толпу. Есть. Мне
Мне может понадобиться такой человек, как ты. Будешь с нами путешествовать? С огромным удовольствием. Все равно мне здесь не будут рады. Здесь живет Салдин ибн Хаттаб IV. В своем поколении красный. Красный? Смотри. Понятно. Я слышал про него. Это очень жадный и злой человек. Да, вот его досье. Я знаю, но я думаю, нам стоит попытать счастье и навестить его замок. Мне не нравится эта идея. Да, насколько я слышал, попасть в замок не составит труда. Но вот если что не так, нам не выйти из него. Да, этот Салдин ибн Хаттаб мне очень не нравится. И все-таки мы должны идти туда. Уверен, что мы сможем провести этого Саладина. Я хорошо заплачу вам, когда мы вернемся. Хорошо, мы пойдем с тобой, но нам это не нравится.